Давай быстро в этот канал. В этот канал? Ну погнали, в этот канал. Стой! В этот канал, говорю. Нормально, нормально. Сейчас попадем в канал. Всем хай, дорогие друзья, вы на канале Домашний канал Алерки, и мы продолжаем вновь, да, GTA. GTA 5 проходить, снова у нас беспредел, и всякая дичь будет твориться здесь. Вы спросите, куда у меня делась шляпа? Да, у меня, мать его, делась шляпа. А шляпа у меня в отпуске. Все, она сказала, что я тут буду у тебя на голове сидеть, я все равно никто не смотрит, и лайки не ставят, и вообще не комментируют, вообще ничего не делают, короче, что я тут буду зря время тратить. И... что это? Тюнинг для вашей тачки, новые бампера, колеса, шины, пороги, а также двигатели, коробки, передачи, глушители, все в наличии. Все в наличии. Так, окей, давайте мы за Франклина поиграем. Вот. Короче, вот она говорит, типа, нифига, никакого выхлопа нет, и, короче, у меня есть свои дела, я пойду, короче, в отпуск, пока лайков не наберется и тому и подобное. Чувак, это полицейский меня облапал. А, не будь долбоебом, чувак. Окей. Так, так что вот, чтобы шляпа вернулась, короче, чтобы моя шляпа вернулась на место, прошу вас, короче, ставьте лайки, короче, дизлайки. Она, да, говорила, хотя бы дизлайков бы наставили, не знаю, тогда бы еще можно было. Что какой-то выхлоп был. Вот. Франклин, тебе стоит научиться стрелять как следует, короче, пишет нам Майкл. И... а где моя машина? А, вон, смотри, мотопедка моя стоит. Окей. Погнали на мотопедке. Окей. Так, что у нас по заданиям? По заданиям у нас тут есть чудаки и прочие незнакомцы. Окей. Я до сих пор не могу понять. У меня показано два задания, короче, а на карте показано всего лишь одно. Так, ладно, погнали. Чудаки и незнакомцы. Поехали. Сам ты респектный док. Окей. Так что вот, если желаете увидеть там вновь шляпу, да, то давайте, 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 друзья, поднажмите, так сказать. Поднажмите. Опа. Там, смотри, что-то есть. Погоди, на карте что-то красная точка. Ну-ка, давай-ка посмотрим. На помощь, на помощь. Он отнял у меня бумажник. Так, помогите, пожалуйста. Окей, сейчас. А ну-ка, верни бумажник, падла. Ох, ты еще живой, да? Вот так тебе. Пушку он достал, смотри, пушку он достал. Так. А что надо? Все, я забрал бумажник, да? Я забрал, походу, бумажник. Надо, короче, наверное, вернуть, да? Человеку. Его имущество. А, погоди, нет, я не забрал. Точка зеленая, вон, валяется. Где-то? Так, где-то здесь. Погоди, ты видишь? Я не вижу. Ты видишь? Я не вижу. Во-во-во, вижу теперь, бумажник вижу. Так, окей, вы нашли украденную вещь, что можете оставить ее себе или вернуть в обмен на награду. Ну, давай мы... У нас Франклин хороший человек. Ты вернул мое добро? У нас Франклин хороший человек, так что давайте мы вернем. Это не исправит мою карму, но вот держите. О, боже мой, какой же ты крутой. Ладно. Минус 180, в смысле? В смысле? Минус 180 баксов. Как так? Я ему отдал его бумажник, а у меня, короче, с моих денег минус 180. В смысле? Не понял. Ладно, погнали. Ну вот, добренькое дело сделали. Не все, не всегда же делать беспредел тут или еще что-то. Мы же не гангстеры. Нормальный человек, нормальный чувак Франклин, да? Будем помогать людям. Хотя за Майкла в прошлой серии нас околпачили там, типа.
Погоди. А, да ладно. Гонки. Хорошо, что ее отец не я. Погоди. Вот они, гонки снова. Снова гонки. И я опять, короче... Я опять, короче, без тачки нормальной. Погоди. А вот это будет нормально гонять, тачка? Да заткнись нахрен. Вот эта тачка, она нормально будет гонять? Давай-ка вот на этой попробуем. Ту слишком красную носит. Давай попробуем вот на этой. Она вроде как такая, как типа спортивненькая, да, такая? А, секунду. Так, погоди. Окей, надо выйти, да? Понятно. Этот долбанный психломар тебя еще не угробил. Ну, короче, посменная работа. Это мы уже читали, короче, это мы уже смотрели. Типа он говорит, гонки там, вся дела. Красивейшая, короче, серебряная медаль с твоим именем. Он типа красив, говорит красивая. Он в прошлый раз так же, короче, выехал и врезался. Типа красивую серебряную медаль. Но мы с вами, короче, сейчас. Да пошли вон с дороги, дайте мне выехать-то. Мы, короче, с вами сейчас прям на золотую, короче, проедем. Вот эта тачка вроде как, смотри, ничего, да? Ну-ка. Ну, вроде как и в поворота она вроде как не носит ее. Хотя носит. Тоже задний привод, ну ладно. Давай попробуем. Пытка не попытка, как говорится. Дела не дела. Так. Пошел с дороги. Я все-таки гонял раньше в детстве в НФС. Причем на сложном проходил как-то гонки. Так, пошел с дороги. Вот. Так что здесь, в принципе, мы должны победить. И тем более, это я не думаю, что это вообще там тут какая-то сложная, типа, гонка. Тут можно спокойно, как бы, ехать, да? Вот, как бы, сильно не разгоняться, как бы. Ай-яй-яй-яй. О, отлично, отлично обрулил, молодца. Да я, мать его, просто супер-гонщик. Пошел в жопу! Супер-гонщик. Окей. Мы, короче, сейчас их сделаем. Мы сейчас прогоним на золотую медаль. Никаких нам серебряных там медалей не нужно. Вот так вот спокойненько. Едем. Никаких разгонов, в принципе, они там сзади плетутся, короче, за нами. Они там между собой, наверное, врезаются в друг друга, там, знаешь, долбятся там капотами своими в друг друга. Так, автобус. Погоди. Мне нужно как-то вот так. Обогнал автобус. Хорошо. Молодца. И эти, в принципе... Да пошел ты нахрен! Ты какого хрена ты? Да вы чё? Почему я застрял? Почему машина не едет? Ну что за дичь-то? Твою мать. Что на... Да что происходит? Да идите вы нахер все. Какого хрена-то? Сраный ублюдок, короче, выехал. Таксист, иди в жопу. Окей. Так, а можно будет повторить? Я хочу реванш. Я уже хочу реванш. Иди нахрен. Что-то там уже разбубнился. Так, погоди. Кстати, вот врезались. Так. Стоп. Нет. Я на какой? Я на третьей позиции, на четвертой. Значит, да хорош! Нечестно! Нечестно, он меня подрезал! Он меня подрезал, нечестно, мать его! Ублюдки! Сраный ублюдок, который выехал! Ну пипец просто! Ну-ка, я могу повторить? Дай мне повторить! Ты мне дашь повторить?
Я понял, что задание провалено. Повторить? Окей. Так, а машина у меня раздолбанная или нет? Или она восстановилась? Погоди, машина восстановилась, хорошо. Давай еще раз. Погнали. Вот они ночные гонки. Вот они уличные настоящие гонки. Нелегальные. Сейчас мы всех сделаем. Аккуратно, Тихо, спокойно, аккуратно. Едем и все. И будет все отлично, тихо. Стоп. Хорошо. Хорош меня резать, хорош подрезать. Уйди, что за дичь? Что произошло сейчас? Твою мать. Я на каком? На третьем. Да сколько машин-то тут развелось? Ночь на дворе, идите спать. Идите, мать его, спать. Что вы тут разъездились? Так твою мать, а? Говна кусок. Я так понимаю, не обязательно точно попадать, короче, в эти контрольные точки. Можно просто рядом проехать. И все будет ништяпуля. Так, погоди. Я на четвертом месте. Да уйди ты с дороги, ну! Катится там. На нейтралке просто. Твою мать. Пятое место. За это черепахи там, которые... Так, погоди, один врезался, хорошо. Так, 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 так. В принципе, они все в куче. Сейчас мы их... Погоди, 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 стоп! Good night, хорошей ночи, отличной ночи. Так, все, я первое место. Теперь главное не накосячить. Ехать спокойно, аккуратно. Ехать все аккуратно. Обруливать всяких таксистов и всю эту дичь. И все будет шикарно. На прямых дорогах, в принципе, можно как бы и газку придать. Но на поворотах нужно сдавать газок назад. Аккуратно, аккуратно. Молодца. Вот, вот здесь спокойно и тихо. Здесь машин, в принципе, нет. Так, знаки, знаки. Знаки нам не нужны. Не нужно собирать знаки. Так, окей. В принципе, мы уже почти, наверное, приехали. Почти выиграли. Окей, окей, все отлично. Мы выиграли. Аллилуйя. Все четко. 200 баксов мы заработали, хорошо. Посменная работа выполнена. Так, ну что? Где моя золотая медаль? А куда вы поехали-то все? А медаль мне кто будет вручать? В смысле? Ублюдки. Ватсап. Так, окей, давай посмотрим, что у нас еще появилось. Наша машина, кстати, у дома находится. Гараж на Grove Street. Вот, здесь значок доллара нарисован. Я так понимаю, можно купить этот гараж, но у нас денег вообще просто с гулькинькуй. Вот. Смотри, еще одни гонки. Тут еще одни гонки, уличная гонка. Хорошо, я так понимаю, уличные гонки, они появляются, короче, ночью. Так, давай-ка мы съездим домой. Вот. Я думаю, что задание, наше задание, которое вот второе для Франклина, появится днем. Итак, гонки появляются ночью. Ну, так, погоди. Тебе повезло. Погоди, Хао. Хао нам что-то пишет. Тебе повезло, в ЛС постоянно проходят какие-нибудь гонки. Если интересно, езжай на место встречи, Хао. Окей, я понял. Так, Майкл мне там что-то... найди, сходи в тир, короче. JB пропал, плиз, помоги девушке еще раз позвони. Я все объясню, целую Тони. Чего? JB пропал, плиз, помоги девушке еще раз позвони. Я все объясню, целую Тони. Ну, давай позвоним. А мой брат по кайфу. Что теперь случилось? JB, он опять косит от работы, малыш. И я не знаю, что делать. Да, он все время косит.
Тут все хуже, Франклин. На этот раз он глубоко увяз. Его ищут, оставляют сообщения, говорят, что уволят его. Ты же не позволишь сестре голодать? Слушай, я этого не допущу, лады? Оставь это мне. А, сядьте в... Вот и задание. Сядьте в эвакуатор. Короче, поехали. Отлично, мы нашли себе работку. Подработку ночью. Но, в принципе, деньги не лишние. Деньги не лишние. Пока с чего-то нужно начинать, да? Пока готовится задание, пока готовится крупное дело, можно с чего-то и начать. Как-то вот потихонечку. Окей. Все, мы приехали. И я так понимаю, мы поедем одни. Я поеду сейчас один без Тони, да, вот этой. У Тони. Так, поехали, погнали. Говорит диспетчерская. У нас автомобиль на железнодорожных путях. Учам стрит на Элизиан Айленд. Кто меня слышит? Прием. Я беру его на себя. Понял, давай побыстрее. Понятно. Короче, надо ехать на железные пути. Так. Рассосались потихоньку, рассосались. Снова, наверное, километров 200 ехать. Вот так пока малай. Вот. Так вот. Мы, кстати, еще за Майкла, короче, мы в прошлой серии стащили Ламборджини, типа Ламборджини, короче, поставили в гараж. Я хочу посмотреть, исчезла ли она. Либо. Или. Нужно, короче, чтобы... Так, погоди. Come on, стой, он говорит. Погоди. Там поезд едет, я так понял, да? Стоп. Так, я все, тебя подцепил, поехали. Все, я его выдернул. Разрешите сесть в эвакуатор. Надо поднять, наверное, да? Ну, в принципе, на такой скорости поезд бы сильно не накалечил машине, я думаю. Тем более, у нее только зад был, короче, на этих, на путях. Хотя фиг знает, как это здесь работает. Может и сразу взрыв. Окей. А, повезли, короче, куда ее? На автостоянку надо везти, да? Или куда ее? Я ему, короче, помял ее немножко, когда... Так, погоди, сюда? Да. Я ее немножко помял, когда... Вытаскивал. Жрала бы моя машина больше... Так, я подчеркнул. Окей, приятно, когда эвакуатор тебя просто подвозит. Интернет этим занимаюсь. Вообще-то я этим не занимаюсь, просто помогаю другу. Но у меня и прав-то нет вообще. Окей. Нахрен. Все, что мешает на дороге, все сносим. Так, погоди. Что-то у эвакуатора звук, короче, поменялся. Я сначала подумал, что он заглох. Так, Хаммер, иди в жопу. Уйди с дороги. Все, едь там. Там едь. Езжай там. Чувак, тебе не надо подстричься. Смотри, а то смотри, мы тут мимо парикмахерской проезжаем. Сделаю тебе красивую патлю на голове. Или бородку, как у меня, как у Уилл Смита. Ну так, мы, короче, приехали почти. Значит, мы, короче, приехали не на штрафстоянку, а мастерскую какую-то привезли его. Так, уйди с дороги. Стопэ. А, вон туда надо. Так, ладно, объезжаем по кругу. Здесь я не развернусь, короче, объезжаем по кругу. Блин. А интересно, а машина-то может отцепиться?
Я думаю, если машина отцепится, то, наверное, да, задание будет провалено, либо ее надо будет заново подцеплять. Да. Еще бы въехать. Кто, блин, вот такие маленькие заезды делает? Машины же, блин, не маленькие подъезжают, приезжают сюда. А они, короче, видал, какие, смотри, просто заезды делают. Просто для легковушек, наверное, знаешь, для мини-машинок, которые, знаешь, аттракцион-то вот эти вот машинки. Вот, все, приехали. Хорошо. Говорите, смотри, поторопитесь, на вас поступают. Че, жалобы? В смысле жалобы? Еще раз спасибо, все могло бы обернуться их намного хуже. Так, окей, ладно. А, я просто сбросил. А вот и лучший мужчина во всем Южном Лос-Сантосе. Можешь передать JB, что я сделал его работу за него опять? Обязательно скажу, как только он проснется. В смысле проснется? Он же исчез. Он же потерялся, нет? Окей, выполнено. А, так. Вести эвакуатор никуда не надо обратно, да, получается? Ладно, допустим. Окей, погнали за Майкла. У Майкла тут три штуки прям. Прям три задания. Что-то накопилось, да? Что-то много накопилось. Окей. Лестер сказал приодеться и встретиться где-то там. Короче, непонятно где. Так, ладно, окей. Я приоделся? Да, приоделся. Я в той же, короче, на этой жилетке нахожусь. Так, погоди. Окей. Лестер, Майкл. Лестер, Майкл. Поехали. Блин, нифига, я так далеко. Ладно, поехали, короче, наверное, приоденемся все равно. Вот сюда ехать. Опа. Кто? Да, кто это? Это Рикки из Life and Wonder. Бро, я знаю, что это ты деактивировал Джея. Приятель, я понимаю, понятия не имею, о чем ты говоришь. Братан, твои дела меня не касаются. Когда народ стал величать Джея боком, он страшно возгордился. А ты, похоже, доказал, что он обычный смертный. Когда проект одобрили, начальство отдало его в Бурунди. И теперь мои акции гроша ломаного не стоят. Мне очень жаль. Мне нужна работа. И тут я подумал, может, ты что-нибудь подкинешь? Я ведь умный, тебя-то вот смог разыскать, а? Ну да, наверное. Если что-нибудь подвернется, я сообщу. Так, в ходе игры вы встретите людей, которые смогут помочь вам совершить ограбление. Вы можете взять его в банду. Окей. А, это тот, короче, усатый. Я понял. Ладно, поехали домой. Надо приодеться, наверное, и, я думаю, поспать, да? Чтобы не ночью кататься, а днем все с утречка как... Погоди, Лестер, ну что ты там? Что ты мне там написал? Что ты мне там прислал? На биржевой торговле. Майкл, полагаю, сейчас уточное время, чтобы начать операции на бирже. Вот тебе ссылка для начала. Покупай дешевле, продавай дороже. Так, я пока не буду этим заниматься. Запчасти тут пришли. Окей. Я пока не буду этим заниматься. Биржей. Как-нибудь мы с вами попробуем. Ну, блин, у меня баблосов-то совсем чуть-чуть. Я думаю, короче, совершим грабеж, да? Ограбим. Бабки будут. И можно будет попробовать, короче, на бирже. Поторговать. Вот. Так. Попробуем, да, поторговать на бирже. Попробуем разобраться, как это работает и все такое. Сейчас еще проверим, короче, как у нас тачка исчезла, не исчезла. Вот. И, блин, еще я не понял, какого хрена, короче, я ехал где-то вообще в каких-то непонятных местах, где-то далеко от дома. Я, по-моему, сохранялся же дома, да? Сохранялся дома, я спрятал тачку в гараж, украденную. Почему, блин, он не переоделся? Ему понравился прикид там айтишника, да, или кто они там такие? Опа-опа. По кустам. По кустам.
Нельзя просто так взять и не проехать по кустам. И, кстати, там, да, не забываем в комментах там писать, куда можно сходить, короче, потусоваться, типа в клуб там или в этот теннис там или еще куда-то. Да, нет, смотри, не исчезла. Окей. Машина не исчезла, машина как осталась, так осталась. Окей, и у нас, наверное, появилось задание, да? Мы зашли в дом, и, короче, да, задание у нас. Ну ладно, выполним это задание, потом поедем к Лестеру. Чувак, у тебя вообще член есть? Или ты из этих гермафродитов, которые рождаются без гениталий? Спорим, ты очень любишь сосать, только делаешь это тайком, а потом со стыда сгораешь. Ни хрена у него там брожики, черт возьми. Джимми! Мать твою! Ты что это делаешь? Ничего. Правда? А мне послышалось типа гермафродита, соси и все такое. Отвали. Что? Посмотри шоу по ящику. Порнуху позырь. Только отвали. Да пошел ты, ленивая тварь! Какого хрена? Милкая наглая сволочь. Поверить не могу, как ты мог. Это же мой телевизор, не смей со мной разговаривать. Невероятно. Мама была права. Ты по-другому не умеешь и ничего не можешь. Ты гандон. Да? Ну тогда сделай что-нибудь. А не стой тут как стукан. Может, ударишь? Ты этого хочешь, чтобы тебя ударил собственный сын? Да. Нет. Я просто хочу, чтобы ты хоть что-то делал, а не только сидел на жопе. И жрал. А, ну клево. Спасибо за урок, папа, мать твою. Он для меня очень много значит. Постой. Я просто хочу тебе помочь. Ну да, что может быть лучше свидетельством любви, чем разбитый телек? Ничего. Прости. Я просто хочу, чтобы мы с тобой... Да, и что же? Не знаю. Ну там гуляли, в мяч играли. Ты же знаешь, что у меня проблемы с... Ну, прокатимся на великах. На великах? Ты хочешь кататься на великах? Хорошо, поехали кататься на твоих сраных великах. Вот черт. Прокатимся на велосипедах по пляжу Веспуччи. Я покажу тебе кое-что интересное. Окей. Он мне покажет что-то интересное? Что-то меня тут даже настораживает немного. Ну, день так хорошо начинался, и тут пришел ты. Так, окей, ладно. Да ну, ты бы спасибо сказал, что после той эпопеи с яхтой тебе вообще там чё... А чего такого? Если что, и инсценируй свою смерть, начнешь с чистого листа. Так, ладно, опа. Все, приехали. Приехали, накатались, поехали фару чинить. Ну куда ты летишь-то? Ну куда ты летишь, ну? Чего? Ты ведешь машину как фирменный псих? Да куда ты едешь-то, ну? Окей. Надо ехать до пляжа. Короче, мне теперь еще и стекла вставлять, еще и окна вставлять в эту машину. Не, конечно, сынок у Майкла, конечно, такой, тот еще засранец, да? Тот еще сопляжуй, блин. Семейка, конечно, атас у него. Даже с одной стороны, короче, как-то жалко, да, этого Майкла как-то вот. Вроде богат. Ну, короче, у него семья, знаешь, такая вот, она как бы зажравшаяся. Он чисто как этот, знаешь, денег, знаешь, надыбал, да, обеспечил все. Вот. А семья уже подзажралась, короче, и все. И типа все. Окей. Так, ладно. Вот это она контора. Пожалуйста, не стреляй в менеджера, ну, по привычке.
смысле не стрелять? Ну, если он не будет запупаться, то я, короче, не буду стрелять в него. Ты что, смотри, у меня уже спина вспотела. А вот это надо погонять, реально надо погонять. Смотри, целлюлит, просто целлюлит. А, реально надо погонять, короче, на великах ей. Эй, ты, два велосипеда. Выбирайте. Так, я хотел его. О, давай на салатовом. А, так, удерживайте вы, чтобы ехать на велосипеде. Нажмите капс, чтобы ускориться. Капс, чтобы ускориться, нифига себе. Капс лук, чтобы ускориться, я понял. Прикольно, смотри на вилки, да? Передний тормоз Q, задний тормоз. Короче, ускоряемся. А, надо держать? Надо держать, короче, капс, получается, да? Блин, это как-то неудобно. Это как-то неудобно. Попробуй догони меня. Я тебя сейчас сделаю, чувак. Я тебя сделаю. Видал, видал, какой я? Видал, какой я? Никогда бы не стал чемпионом гоняться на великах с тем, кто разбил мой телек. Короче, ой, я не туда поехал. Ладно, сделаем вот так. Я, короче, сократил. Блин, мне бы... Опа, чувак, извини. А, кстати, смотри, Майкл, по сравнению с тем, что когда... А, нет, смотри, выдыхается. Выдыхается. Так, ладно, едем спокойно, спокойно, аккуратно. Никого не трогаем. Так, окей, восстановили. Нихуя не установили. Сори. Так, погоди. Да уйди ты. Так, а я правильно еду-то вообще, нет? Я, короче, непонятно, как проехал тут как-то. Как и чё. Ну, в принципе, я выиграл. Вертушка? В смысле, погоди. А что за вертушка? У меня же нет полицейских. Нет полицейских. Все, я приехал. Выносливость у меня, кстати. Опа. Блин, не дали музыку послушать. Кажется, телевизор ты купишь на свои. Папа, знаешь, это здорово. Ну, типа, общаться, приятно. Да, да, я старался. Скажи, мы же весело проводим время? Ни хрена ты не смыслишь в том, что такое весело. Да ладно. Ну да, у тебя кризис среднего возраста, но почему именно я должен тебя утешать? Почему ты к Трейси никогда не цепляешься? Потому что Трейси не покупает машины непосредством. И из-за нее громилы в наш дом не вламываются. Трейси никогда не похищает, и она не уничтожает мои яхты. Это потому что она слишком... что-то, чтобы попасть в телек. Не смей так говорить о сестре. Извини, конечно, но это правда. Судя по ее странице в Life Thunder, сегодня она тусуется с какими-то продюсерами и чуваками из порно-студии. Ты о чем? Вообще-то они сейчас вон там. Что? На яхте, по сравнению с которой твоя просто старая корыта. На одной из тех роскошных, где молодые, впечатлительные девки так и норовят снять трусы и развинуть ноги. Так вот, почему мы сюда прикатили, разве не так? Твою мать! Папа, постой! А, погоди, окей. Пап, ну не надо. Короче, погнали спасать не жену, эту дочку. Окей. Так, ладно. Да блин, я теперь все на капслок, короче, нажимаю. У Майкла, короче, я так понял, способность замедления времени, да, получается? Как у Макс Пейна. Кстати, он чем-то похож, нет, на Макс Пейна? Да, вы мне говорили, у него, короче, есть куртка такая, кожанка, типа. Когда я одеваешь, он чисто похож, короче, на Макс Пейна. Возможно, это отсылка, потому что Макс Пейн же тоже, по-моему, рокстаровская, нет? Или я что-то путаю? Так, окей. Ну да, ну да, эта яхта вообще бомбезная просто. Бомбезная яхта. Ну все. Козлы. Папа пришел.
Папа пришел. Благодарю, это было здорово, знаешь свое дело. Я профессиональная танцовщица. Да. Эй, сиськотряс. О, полегче. Идем, дорогая, я заберу тебя отсюда. Пап, ты меня позоришь, это ведь мои друзья. Да, старик, ты ее позоришь? Они тут порнуху снимают. Ее везде снимают. Прошлым летом она даже сдала... Мама сдала наш дом. Что? Ага. У вас отпадная хата, мистер. Идем. Думаешь, я этим занимаюсь? Нет. Отстой, чувак. Это что за дела? Он мне нравится. Ты такой козел. Пошли. Пап, ты дебил. Эти люди не шутят. Я тоже не шучу. Кто там решил устроить погром на моей яхте? Вот суки. Залазь, живо. Я с тебя шкуру заживо сдеру. Проклятие. Вперед. Воу. Жесть. О, господи, не за нами. Давай быстро в этот канал. В этот канал? Ну погнали, в этот канал. Стой! В этот канал, говорю. Нормально. Сейчас попадем в канал. Окей, погнали. Я не виноват, что она не поворачивает. Да куда ты? Окей. Погнали. Я ни черта не вижу, если что. Из этих... Воу. Уйдите от преследования. Я сейчас, знаешь, что сделаю? Я сейчас уйду от преследования, короче, вот так. Так. Стоп. Да стоп! Да что там такое-то? Почему? Я в него попал столько раз, короче, и он не умер. Так, сюда или куда? А куда? А, мне не показано, короче, именно траектория движения, куда мне надо ехать. Нифига, у меня там просто обстрелянная спина. Похоже, выход там. Выход? Какой еще выход? Назад, мудаки. Окей. Опа, смотри, катер. Вот куда катер, туда и мы. Да что ты? Она то поворачивает, то не поворачивает вообще. Как так-то? Так. Окей, вон туда, походу. Так, отвалите, короче, да? О, слишком далеко. О, отлично! Отлично! Я просто снайпер! Нифига себе, я просто... Современная медицина творит чудеса. А, все, отстали, короче. Один засал. Одного замочил, второй засал. Окей. Отлично, умный мальчик. Так, успокойся. Я сделал то, что должен был сделать. Сейчас отвезу тебя к брату. Отлично. Я соучастница убийства. Ничего подобного, ты соучастница самозащиты. Ну да. О, народ, стой! Сори, я там кого-то по голове проехал. Так, мы приехали, да? Народ, стой! Так, где? Вот сюда. Все, отлично. Я тебя ненавижу, предатель. Джимми. Он странный ублюдок. Он расхерачил мой телек и потащил меня на пляж. На пляж с моей-то кожей. Ты его ко мне отправил, день. Погоня, че? Я не знал. Просто сказал, где ты. Слушай, у него взгляд был такой бешеный. Знаешь, какой у него иногда бывает? Я такси поймаю. Я с тобой. Может, я отвезу всех домой? Ты угробил мою жизнь. Да, дочка-то тоже. Я думал, сын там обезбашенный, дочка тоже. Офигеть, короче, семейка у него жесть. Просто жесть. Семейка у него просто отпад. А, актер разблокирован Трейси. Окей. Так, теперь можно принять участие в триатлоне. Триатлоне? Да ладно. Опа, Мария, я могу посмотреть в эту штуку? Нет? А, да, смотри, 1 бакс. Ну-ка,
Сейчас взглянем. Ух ты. Красотища. Еще смотри, приближать могу. Ну, блин, было бы прикольно, если бы, знаешь, там на... Блин, вода здесь клевая. Если бы вон там где-нибудь, знаешь, на горизонте какой-нибудь корабль был или еще что-нибудь. Было бы прикольно. А то что смотреть прям? Вот. Я никого здесь не увижу под водой. Не. Понятно, короче, неинтересно. Там еще, короче, была музыка, когда я вот на яхту зашел, музыка была какая-то там, типа, Бейонсе, что ли, или хрен знает. Я надеюсь, YouTube не загрится. Так, входящий вызов, Аманда. Не трогай меня! Ты позвонил, чтобы сказать мне это? Это не тебе, охраннику из магазина Дайдер Сач. Тут возникло небольшое недоразумение, помоги нам разобраться. Нажмите... А, так теперь ты меня хочешь. Хорошо, я еду. Правило одного звонка, это для настоящих полицейских, говнюк. Направляйтесь к команде. Погоди. Чё-то Аманда, короче, натворила. Мне надо к ней. Погоди, а где моя машина-то? В смысле? А как я к ней поеду-то? Как я к ней поеду? Мне нужна тачка. Не на велике же я поеду. Пешком добежать. Так, ладно, сейчас выбежим на дорогу и возьмем тачку. Вон там это парковка. Окей. Быстро. Блин, 3 минуты, 3,5 минуты осталось. О, 3,5 минуты осталось, короче. Так, окей. Быстро. Блин, в шлепках неудобно бежать, но ладно. У нас же выносливость прокачана, теперь мы вообще супер-супер-пупер. Так, ладно, какую тачку выбрать? Давай вон ту Porsche. На Porsche мы еще не ездили. Пускай она офигеет, короче. Такая, нифига себе, спаситель на Porsche приехал. Давай, быстрей. Все, погнали. Хорош тут пищать, не привлекай внимания. Во-во-во-во-во, носит, конечно, конкретно. Так, а далеко ехать-то нет? Я успею, у меня 2 минуты. 3. Да что, ни хрена себе это Porsche носит. А чё они все заднеприводные? Я ж так понимаю, переднеприводные их меньше носят. Я правильно понимаю? Чем задний? Окей. Короче, у нас такая серия, знаешь, просто чисто семейные дела такие, семейные проблемы просто. Вот, здесь мы были, здесь мы катались. А, все, я приехал. Короче, я успеваю. Да, все отлично. Окей, и там кто там мою жену там, что там? Так, мент, вон. Окей, я приехал. Так, я приехал. Я же говорю, она кусается. В смысле кусается? Так, слышь? Ладно. Он со мной не хочет, короче, разговаривать, походу. Берем вот так. И увозим ее домой. Жесть, короче. Го. Аманда, хочешь адреналинчика? Говоришь, давно адреналинчика не было. Так что давай. Теперь знай, на что способен твой муж. Все под контролем. Видал? Просто. Когда ты еще, Аманда, покатаешься на полицейской тачке вот так с ветерком, короче? Не волнуйся, все, мы уже угнали, мы уехали, все от них. Расслабься, все под контролем. Все, мы уже угнали. Надо просто спрятаться, короче, не знаю. Не хочу в тюрьму. Да никто в тюрьму не сядет, не ссы ты. О, смотри. Хоп!
Красота! Просто смотри, она такая довольная там сидит. Только не дай бог, она сейчас взорвется, короче, машина. Это будет просто атас. Кстати, она еще это... Прыжок не выполнил? В смысле? Я же выполнил прыжок. Ну, что-то в зубах застряло. Так, отвези Аманду домой. Все, отлично. Все, мы... Так, как мне отсюда выехать? Теперь. Ну, там вроде есть выезд. Здесь можно. В смысле, куда мы едем? Мы едем домой. Мы едем домой. Че он там, в любви, короче, признается ей или что? Ну, значит, как быть, каково быть тобой. Короче, я заблудился. Я запутался в дороге. Все. Машина, конечно, просто огонь. Да едем, едем мы домой. А может не домой, может куда-нибудь в кино. Может куда-нибудь в кино или в какой-нибудь ресторан. Прям вот на этой тачке, короче, приедем. Такие типа крутые, обезбашенные. Все будут нам, нас бояться и давать нам омаров. Майкл! Мы только что пролетели, короче, не знаю, километровую высоту. А тут что-то чуть-чуть задели тачку, и она... Майкл! Ой, я с дороги съехал. Ну ладно. You can't look at the day-by-day figures. You gotta look at the overall, the, you know, the net figure. I've seen the net. Все, не сы, Аманда, скоро ты сейчас будешь дома уже. Подъезжай. Там же, короче, вывеска типа продается, можно дом купить типа или что? Honey, we're fine. Sure. Can we drive home, please? Да, мы же дома. Опа, смотри, видал? А у меня Порше в меня стоит. Прикольно. Майкл, избавься от машины, нельзя оставлять ее перед домом. Ой, и да, спасибо. О, да ну нафиг, спасибо, она сказала, спасибо. Знаешь, Аманда, спасибо в постель не положишь. Так что, вечерком с тебя причитается. Так, нужно избавиться от машины, да, получается? Ну, поехали, избавимся. Так, и куда бы нам избавиться от машины? А, ну, в принципе, так как такового задания, типа, уничтожить, там, взорвать ее нет, надо просто ее увести. Просто ее увести, короче. О, давай сюда подкинем. Вот сюда сейчас. Лопс. Вот так. Ну и пускай она здесь. А пушку-то убери. Пушку-то убери. Пушку убери. Окей. Так, ладно, ему нужно сохраниться, наверное, да? Сохраночку сделать. Сохранение, окей. Вот, сохранка. Короче, вот такая вот серия у нас сегодня. Чисто семейные такие дела, семейные проблемы Майкла. Вот. И на этом я буду заканчивать, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, на Твиттер. Кстати, у меня Твиттер, да, есть. Я ссылочку оставлю в описании. Вот, подписываемся на Твиттер. И с вами был Валерий. Всем пока.